Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Samsung Galaxy M23, и в этом видеоролике мы вам покажем, как перекинуть файлы с этого телефона на какой-то другой или с другого телефона на этот. К примеру, какие-то фото, видео, приложения, музыку, какие-то файлы, вообще без разницы что. Для этого нам понадобится и на одном, и на втором телефоне приложение, которое называется Files, официальное приложение от Google, которое на большинство Android-устройств предустановлено, на iPhone его также можно скачать. Заходим здесь и здесь приложение Files, нажимаем продолжить, продолжить, нажимаем разрешить, разрешить. Ставим галочку и здесь ставим галочку. Возвращаемся, возвращаемся. И справа снизу нажимаем обмен. Здесь и здесь. Здесь нажимаем, к примеру, отправить. Нажимаем продолжить. Нажимаем разрешить. Нажимаем разрешить. Здесь нажимаем получить. Нажимаем разрешить. Нажимаем разрешить. И вписываем название. К примеру, здесь пишу Hard Reset. И здесь пишу, в принципе, тоже Hard Reset. Далее, далее. Сейчас телефоны должны увидеть друг друга. Вот они увидели друг друга. Нажимаем. Идет подключение. Ждем немножечко. Это занимает несколько секунд. Сейчас здесь должен появиться запрос. Хотим ли мы принять приглашение на то, чтобы делиться файлами. Нажимаем принять или подключить. И теперь смотрите, мы можем перекинуть все, что захотим. Можем перекинуть любое видео. Можем перекинуть какие-то приложения, изображения, скачанные файлы, музыку, документы, что только захотим. И нажимаем «Отправить». Дальше у нас идет загрузка. Здесь вы видите, как быстро эта загрузка идет, а идет довольно-таки быстро, скажу я вам. И все, таким вот образом, вот 64 мегабайта я перекинул только что, буквально за секунд 10 максимум. Больше видео о данном девайсе смотрите у нас на канале. Подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.